Серебряные волонтеры. Геронтологический центр выиграл грант по созданию сети волонтерского движения для представителей старшего поколения «Серебряная нить». Цель проекта – скоординировать работу этих волонтеров по всему региону, который сейчас действует разрозненно. Подробности далее. В нашем регионе насчитывается 1500 волонтеров серебряного возраста. Тамара Адамова из Кузоватовского района в волонтерах не первый год. У меня соседка, мы вместе с ней ходим в парус, но она плохо, слабо видит. Я ей еду на велосипеде, куплю продукты, что-то еще помогу. А вообще и помогаем более слабым, чем мы, серебряные волонтеры. На базе геронтологического центра в Ульяновске открылся региональный ресурсный центр волонтеров в возрасте «Серебряная нить». Он позволит старшему поколению из 24 муниципалитетов активно принимать участие в общественной жизни всей области. Проектов много. Это и работы с людьми с ограниченными возможностями, беременными женщинами, спортивные, касающиеся экологии проекты. Например, «Авоська». Наше серебряное поколение, наши серебряные волонтеры приступают и уже приступили к пошиву и к отвязыванию так называемых эко-сумок. И на всевозможных слетах, на всевозможных акциях мы предлагаем абсолютно бесплатно населению Ульяновской области поменять пластиковые пакеты, которые на сегодняшний день не разлагаются, на наши эко-авоськи. Таким образом, внести вклад в сохранение нашей окружающей среды. Но главная цель регионального центра «Серебряная нить» – связь поколений. Вообще все начиналось с проекта «Память сердцем». Это когда молодые ребята, девчата вместе с пожилыми гражданами, со старшим поколением вспоминают то, как жили раньше, как работали раньше. И самое главное – не забыть. Пока мы помним, значит, никогда не повторятся страшные события военных лет. И забота о гражданах старшего поколения, она будет воспитана в нашем младшем поколении. Президент сподвигает нас жить до 100 лет. Наш губернатор, который нам помогает в волонтерских центрах, в центрах активного долголетия, и мы сами друг другу. Вот мне кажется, эта потребность отдавать часть себя, она самое правильное, что заложено в человеке изначально. В геронтологическом центре было подписано соглашение региональным министерством семейной политики с Ассоциацией волонтерских центров страны «Молодо душой». Это позволит продолжить свою работу региональным серебряным волонтерам уже совместно с федеральным центром. Элла Шахова, Герман Баранов, Вести Ульяновск.